Друзья, представляю вашему вниманию курс по кистевой росписи. Мы рисуем 4 полноценных картины, причем 2 из них на бумаге. Вы можете вообще все рисовать на бумаге или все рисовать на холстах, но на бумаге проще, не так страшно. И как раз мы в начале курса очень много отрабатываем с вами элементов разных листиков, цветочков, даже бутонов, когда мы на кисточку берем сразу два цвета, и у нас получается красивый бутон. Также мы отрисовываем тюльпан на листах вы можете точно так же делать. Потом, уже после отработанных, вот такие вот серьезные свои картины. Разные всякие пионы, маки. И у нас финишные работы роза пионовидная, роза китайская. Первая вот эта работа пионовидная. Потом мы рисуем вот такую вот нежную картинку с маленькими цветочками. И уже финальная четвертая работа это вот такие вот пионы, уже на холсте, с лессировками. У нас все эти вот эти три работы идут с лессировками, эта работа идет чистая, вот прямо сели, сразу нарисовали, все закончили. Вы узнаете очень много новых приемов, научитесь двигать рукой, взаимодействовать со своей рукой и сразу за счет движения кисти получать хорошие мазки и эффектные лепестки. А также лессировка вам даст возможность улучшать свою работу, после высыхания создавать больше эффекта освещенности, объема и делать нам картины намного, высок, намного более высокого уровня, чем вы работали раньше. Этот курс подойдет даже новичку, который никогда в жизни не брал масла, но очень-очень хочет научиться рисовать цветы. Но самый Первый курс, который я бы вам советовала брать, их даже два в масляной живописи, если вы хотите такого полного погружения да, и узнавания очень большого количества разных приемов и техник, то это курс вот с этим вот ангелочком, в котором мы проходим очень много деталей. Курс длится 7 часов, отдельно построение лица, вырисовывание лица, причем здесь тонкая техника, здесь уже потолще, здесь фон корзиночкой, вот такой вот живописный, многогранный, плюс свечи естественно свет тень да создание одежки создание сказочного да такого персонажа и очень многие в дальнейшем потом берут за основу какую-то фотографию своего ребенка знакомого или своих знакомых взрослых да и создают похожие портретные картины таких вот ангелочков и еще один урок тоже такой начальный это планета у вас она может быть абсолютно любого цвета да любых переходов и как раз здесь мы учимся делать плавный переходы, плавное списывание. Поэтому все эти три курса, они сделаны совершенно на разных приемах. Тех, которые художнику, да, который хочет рисовать многогранные, разно разнообразные картины, необходимо знать, понимать и чувствовать. Так что рисуйте с удовольствием, создавайте свои шедевры и будьте счастливы.